«Верить, любить, творить». Республиканский фестиваль с таким названием прошел в Чувашском государственном театре кукол при поддержке Чувашской митрополии Союза женщин Чувашии. Его участники – воспитанники воскресных школ республики. С юными талантами встретилась наша съемочная группа. Кукольный театр – возможность увидеть мир глазами своего персонажа. На театральных подмостках привычные истории раскрываются с другой стороны. Стоит только захотеть. Мы, театр, взяли на себя такую миссию – обслуживать особенного зрителя. Особенный зритель не только это зритель с ограниченными возможностями здоровья, но в особенности мы можем включить и даже тех детей, которые сейчас занимаются в воскресных школах. В чем их особенность? Потому что они по-особому понимают мир. В воскресных школах не учат читать и писать. В них учат доброте, пониманию и милосердию. Все эти качества каждый человек должен найти в своей душе. То, что мы родились от мамы и папы, я часто говорю, это не говорит, что мы еще стали человеком. Человеком нужно непременно стать. Нужно православие – это прежде всего работа над собой. Открыла фестиваль премьера спектакля «Снежная королева». Над ее созданием трудились чувашские кукольники и приглашенные гости из Санкт-Петербурга. Режиссер Светлана Дорожко и художник Александр Алексеев. Благодаря их совместной работе, знакомый и любимый с детства сюжет Андерсена, зрители увидели совершенно с другой стороны. На самом деле, преодолеть все испытания Герде помогла не только любовь и невероятная сила духа, но и всемогущая сила молитвы. В программе фестиваля выступления 6 воскресных школ из Чебоксар, Новочебоксарска, Новых Лапсар, Шумерли и Мариинского Посада. Этот форум планируется проводить ежегодно. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика.